Здорово, а именно здрасте. Как все знают, Новый год уже наступил, то есть сейчас 2017 год. Как бы это ни странно звучало, но да. Я хочу поделиться с вами таким очень интересным приобретением, как новый микрофон, ибо это вообще уже, эта палка такая кал, вообще просто жесть. И еще, у меня появился Overwatch. Да, ребята, у меня есть сраный Overwatch. Да, видосики по нему будут. И это не просто сказано «будут», я, наверное, перехожу с CS-ки, потому что она меня, честно, уже поднадоела вообще просто. Поэтому я иду в Overwatch, Warface. Так, немного расскажу, что в принципе будет в будущем. Что я планирую на 2017 год? Я планирую стримы, ну, как это ни странно звучало бы, да. Дело не только в стримах, будут видосики про Overwatch. Поединки один на один, кто в теме, тот знает, а кто в танке, объясню, один на один, это типа мини-игра и все дела, и, возможно, просто буду с друзьями фаниться, если они у меня найдутся. Скоро ждите Overwatch, и всем спасибо за просмотр этого, так скажем, подкаста, и пока, а именно, до свидания.